Они отыграли первую половину сезона на твердую пятерку. Мы выкладывались на поле на все 100%. Выходили биться в каждом матче, подтягивали молодежь. Перед ними стоит гиперзадача – за сезон вернуться в футбольную национальную лигу. Доказали себе и болельщикам, что способны победить любого. Когда чувствуем поддержку трибун, мы готовы свернуть горы. «Болгар сегодня» – это надежный сплав из опытных мастеров и талантливой молодежи. Стараемся не подвести болельщиков, поэтому ноль поражений. Они обязательно вернутся вместе с регионом, вместе с вами. Задача сейчас одна – побеждать, и мы к этому готовы. Первая игра весенней стадии сезона. «Болгар-Астрахань», «Торпедо-Армавир». 10 апреля на Центральном. Болеем за наших!